Белорусская делегация продолжает движение в Рим. К месту торжественной церемонии зажжения эстафеты огня «Пламя мира» накануне прибыли в Варшаву. Впереди переезд в Чехию. Огонь вторых европейских игр зажгут 3 мая во всемирно известном музейном комплексе, где находится Арка мира. Здесь же презентуют символ акции «Оливковое дерево». В дороге мы провели 12 часов. Выехали из Минска в 10 утра, прибыли в Польшу в 10 вечера. Дорога, понятно, было сложное, но, к счастью, нас ждали на территории Польши. Пограничники белорусские, польские, все были рады нас видеть. Для караванной эстафеты был зеленый коридор. По территории Польши нас сопровождали экипажи полиции польской. Надеюсь, что сегодня также быстро мы преодолеем отрезок пути до Микулова. Все ждут европейские игры. До церемонии зажжения огня в Риме осталось 5 дней. После приезда делегации в столицу Польши, в Варшаве, белорусов встретил глава всемирно известного конкурса красоты «Мисс Супернешнл» Герхард Паршутка. Я уверен, Беларусь проведет вторые европейские игры на высочайшем уровне. Все, за что вы беретесь, проходит идеально. Так было в 2013-м, когда ваша страна принимала конкурс «Мисс Супернешнл». Так было во время чемпионата мира по хоккею 2014. У вас много талантливых людей и красивых городов, которые могут и должны удивлять гостей. Сразу после церемонии зажжения огня «Пламя мира» поднимут на высшую точку Европы Монблана. После байкерской колонны огонь доставят в Беларусь. Продолжительность эстафеты 50 дней. Ее маршрут завершится торжественным зажжением чаши олимпийского огня на главной арене вторых европейских игр – стадионе «Динамо». За ходом эстафеты следите в информационных выпусках нашего телеканала.